Всех приветствую снова из Одессы. 25 ноября. Мы с вами в центре города. Напомню, кто вчерашнее видео мое смотрел, в центре была полная темнота. Светофоры не работали, на улицах темно, дома без света. Сейчас, как видите, в домах есть свет. Светофоры работают по всему центру. Вот, вот свет светится в окошке. Я уезжал из дома, у меня света не было. Значит, все-таки в этот раз, судя по всему, идет более такая, знаете, ну как, по-честному, что ли, подключает свет. Да, вот вчера вечером у меня был свет в центре, вы знаете, была полная темнота. А сегодня с утра, ну я не знаю, конечно, когда здесь включили, сейчас, по крайней мере, здесь свет есть, а у меня была полная темнота час назад. Короче, вот такая вот обстановочка, друзья. Переподключают. Хотелось бы верить, конечно, что сегодня ближе к обеду там или днем у меня тоже включат свет. Потому что гаджеты снова разряжаются. Нужно заряжать. Короче говоря, свет без света никак. Никуды. И ни туды, ни сюды. Да, весь центр светится. Все есть. Вот здесь он, пожалуйста. Все подсвещено. Там все магазинчики работают. Короче говоря, все в порядке.